Ну, типа, какой подарок я подарю своей девушке или маме? Как мы будем радовать наших девчонок? Подарить букет цветов – это минимум, я думаю. Хрен с этими цветами, хрен с ним. Какого хрена я не могу напялить на себя радужные стринги? Почему? Как будешь радовать свою любимую? Ну, мы спланировали на массаж сгонять потом на тайский. Тай-май, короче, на массаж, потом на коньки. Ну, и так вечер провести, да? Что ты хочешь, чтобы твой мужчина, а тебе 18 лет, да, подарил тебе на 18-летие 8 марта? Ничего он мне не подарит, он жлоб. Жлоб, да? Да. Евгений Ширяе Продуксион. Мужчина, я тебя приветствую. Меня зовут Джека. Здравствуйте. Ты знаешь меня? Нет. Серьезно? Честно. А Ванька знаешь? Нет. У меня к тебе очень серьезный вопрос. Так. Это видео тематическое, скоро 8 марта. Так. У тебя есть цыпа или тудыси-мудыси? Имеется, имеется. Будешь какой-то подарок дарить? Ну, мы договорились так-то не дарить там на 23-й, не на 8-й друг другу подарки, но вот я готовлю, думаю, варианты какие-то придумываю. Почему была эта договоренность? Ну, не видели особого смысла в этих праздниках. Ну, 23 февраля я понимаю, я тоже не люблю праздновать. Ну, я, да. Я не служил и, признаюсь, я по-честному не собираюсь. Вот я тоже, не очень хочется. А 8 марта? 8 знаешь, марта? Что за праздник? День женщин. Откуда он нарисовался, как ты думаешь? Откуда? Ну, вот, честно, не знаю. Клару Цеткин знаешь? Mm-mm. Была женщина, Клара Цеткин, лютая феминистка. Она что-то качала-качала, перекачала, выкачала. 8 марта, здравствуйте. Но ты говоришь, ты что-то готовишь. Ну вот у меня выбор есть. Там не особо что-то грандиозное. То есть то, что она хотела, я думаю, еще. И у нас есть прикол, грубо говоря, такой. Просто друг другу открытки там рисовать какие-то. Чисто вот от души, от сердца. Прикольно. Как зовут Максим? Даму? А, даму Кристина. Кристина, давай ты передашь ей привет. У нас просто очень популярный канал. Каждый день эти люди смотрят, смотрят и не могут остановиться. Нуждается народ, видишь, сейчас. Честно, в таких людях все нуждаются. Втыкать, просто втыкать они нуждаются. Им по барабану что? Просто вот сидишь и смотришь. Тиктоки, мутоки, вся эта лабуда. Да. Передай привет там Кристюське, тудаси-мудаси. Кристина, привет. Я тебя сейчас жду с работы. Поздравляю тебя с наступающим праздником. Он уже наступил. Наступил праздник. Не наступил уже. Уже наступил. Ну ладно, с наступающим тебя. Нет, наступившим, наступившим с праздником. Да. Всего тебе хорошего. Дай бог, чтобы мы долгую жизнь вместе провели. Люблю тебя. Макс, от Душинский тебе в душу спасибо. Спасибо. Как канал называется? Евгений Ширяев, вся лабуда. Меня Ванек снимает сегодня. Все, Макс, спасибо тебе большое. Девчонки, можно вас? Очумелые ручонки, как делишки? Супер. Да. Супер-пупер? Да, прям вот. Что трёмся, что за движ? Мы после учебы. Где учимся? В академии. Что за академия? Лера, что у нас за академия? Академия управления городской средой, градостроительства. А, ну я так и думал, все, ты дальше можешь не продолжать. Ты, Лера. Я Аня. Тема у нас сегодня банальная. Это придумал Иван. Иван мой новый помощник, он мой оператор и по совместительству соведущий. Как вам? Симпатичный. Симпотный, да? Хороший. А у тебя есть, кстати, цыпа? Есть у тебя? А есть цыпа у тебя? Я просто думал, вдруг... Ванька душный. Душный, да? Да. Че это? Ну, у него там девушка есть. А, ну, Ванька душный, у него есть девушка. У меня есть девушка. А, вот, о чем я и говорил. Будет 8 марта, что ты подаришь своей девушке? Ну, она сама подарок выбрала. Какой? Я не девушка. А, это не девушка, да? Сейчас же ведь нельзя, чтобы была девушка, да девушка, ладно, мальчик, я шучу. Мальчик. Мой парень захотел на 8 марта. Что ты хочешь, чтобы твой мужчина, а тебе 18 лет, да, подарил тебе на 18-летие 8 марта? Машину. И квартиру. Он богатый человек у тебя? Нет. Я его содержу. Как же он тебе подарит машину, квартиру? Не знаю. Это просто желание. Ну да, как да. Ты думаешь, что он подарит себе на 8 марта? Ничего он мне не подарит. Он жлоб. Жлоб, да? Да. Сколько вы с ним уже крутитесь, вертитесь? Полгода. Полгода? Да, я его полгода содержу. Ну, он студент. Да. Первый курс. Да. Я на первом, второй курс.
Третий вроде. Третий курс, я не знаю. Где-нибудь подрабатывает он? Не знаю. Мутит что-то, мутный, да? Ну да, да. Если да. Мутит, пускай мутит тихо. Как, нравится, когда цветочки дарят? Вообще по барабану. А ковбой у тебя есть? Нет. Был когда-нибудь? А не было никакого ковбоя. Как это прелестно. Тебе 17 лет. 18. Ну супер, чтобы до свадьбы ковбоя у тебя больше не было никогда, да, понятно да, тебе? Да, вот да. Все. Когда увидишь, что то самое, вот. Вот ковбой, вот будет тот ковбой. С 8 марта. Спасибо. Я Жека. Магомед, очень приятно. Мага? Так точно. Что-то хотел спросить. А задавали бы. Из башки вылетело. Из башки. А, женат? Не. Есть мадама? Да, есть. Да. Выпуск посвящен 8 марта. Угу. Как будешь радовать свою любимую? Ну, мы спланировали на массаж сгонять, потом на тайский. Тай-май, короче, на массаж, потом на коньки. Ну, и так вечер провести, да? Вовремя, блин. И, ну, так время, да, провести. Да, ёбан. Вот, ну потом время, да, вот, и досуг, да, вместе провести как-то, выходной взять, ну, у нее выходной будет, вот, а я нигде не работаю, так, там, тут. Тайский массаж я был недавно. Ага, ну, это вот тут, неподалеку, на Загородном проспекте. Не, так вот... она меня крючила и вот так вот за ногу взяла. Сначала я испугался. У меня даже, я на телефон снимал, сейчас покажу немножко кадров, вот посмотрите, как все это было. Она мне говорит, снимай, говорит, носки. Я говорю, ну хорошо. Берет ноги, начинает мыть ноги. Я себя неловко чувствую. Hello, туда-сюда. Я говорю, hello, говорю, там. Там у них ничего, эти, нижнее белье прикольное такое. Дали просто халатик. А, нет. Я говорю, стринги есть? Они говорят, вот только стрингов, говорит, ну, халат. Мне тоже первый раз дали, было некомфортно. Больно, мне было больно. Ну, когда по тебе ходят, да, не особо. Она там лежит и так, а я такой, ну, я плотный, я вижу, что она устала. У меня растяжка такая тугая, короче. Она мне так вот за руку хэсь, вот это вот за ногу тудысь. Я вижу, сама уже еле дышит. Ну, нормально, ну, мне понравилось. Ну, мне тоже понравилось, я второй раз пойду с ней. Она, получается, на 23 февраля мы гоняли туда, и вот сейчас решили второй раз пойти. А ты как готов? А, не как готов, а как будешь проводить? Расскажи, может, что-то посоветуешь. Я пойду в магазин, куплю тюльпаны. Ага. А, я про тюльпаны забыл, блядь, сказать. Да, я скажу, вот на тебе тюльпан. Она скажет, спасибо. Я говорю, ну, пойду-ка я скажу на тренировку. Нормально. Здорово, отец. Что снимаете, какие вопросы? Да разные там. Я Владлен. Очень приятно, Олег. О чем мы сейчас говорили мне, Ванек, напомни? А, 8 марта. Уже 8 марта. Уже? Уже. Мне кажется, сегодня другой день. Уже. А, уже 8 марта. Уже 8 марта. Все, да, да. Что подарил своим женщинам? Ну, девушки нету, есть мама. Маме подарил цветы. Ортопедическую подушку, как по силам. Великолепно. Икеевскую? А, извините, нету, мы забыли. Нету, да. У нас таких магазинов ну, уже нету. Ну, не будем рекламировать. Есть и другие магазины, всегда можно найти выход. Просто кого не будем рекламировать? Другие компании. Будем рекламировать. Зачем? Не будем рекламировать. Никаких компаний не будем рекламировать. Что? Олег, спасибо тебе большое. Это была очень, офигенная очень коммуникация. Очень. Пока. Спасибо. Ты сфоткаешь, пожалуйста? От душинский в душу да. Тебя, братишка. Поцелуй в душу. Все. Давай, пока. Сколько вам годиков, мадемуазель? Мне 18. За 18 годиков что такое вот запомнилось на 8 марта? Может, подарки, может, какие-то досуги родители придумали? Мальчик, девочка, да. Игорь! На худой конец. Не Игорь, конечно, но один мальчик мне предложил встречаться. 8 марта мы встречались 3,5 года. Ох, через 2 дня могло быть 4 года. Но я уверен, что вы целовались с языком. И вам было по 14 лет. Да. Я худею от всего от этого. А что ждем сейчас? Какие подарки ждем? Какие-то или не ждем вообще? Ой, или уже забыто, что уже эти марты и апрели и этот январь? У меня в душе до сих пор где-то я в декабре ментально.
эта конфигурация цветов, она радужная? Да, это радужная. Это не ЛГБТ, это просто радуга. Мне все это не нравится. Да? Мне не нравится, что люди... У меня дочь обожает радужное все. Ага. Я тоже люблю радужные. То есть я хочу, чтобы мне носки были радужные. Кроссовки хочу, чтобы у меня были радужные. А оказывается... Да хрен с ним! Хрен с этими цветами! Хрен с ним! Какого хрена я не могу напялить на себя радужные стринги? Почему? Можете. Могу. И буду ходить, и только посмотри на меня косо. Скажу тебе, вот это моя стринга вот эта вот. Цвета вот такого будет, и все. Мне вообще по барабану. Подруга эта самая к нам пойдет полялякать? Катя, ты пойдешь к нам полялякать? Нет, не пойдет. Но она стесняется. Вот я не стесняюсь. Ты молодец. А вот у тебя есть ковбой, кстати? Ковбой? Ну, парень. Ну, нет. Почти. А, ну так. Нет, да? Ну, нет. Я же тебя не спросил, как тебя зовут. Лера. Тем более. Спасибо. Спасибо вам. С 8 марта. Спасибо. Салям алейкум, чикахан. Да. Оп, 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 оп. Оу. Оп, там. Ладно. Вот так, все вот так. Класс. Пока. А мы идем дальше. Ты слышал? Вас зовут Арсений. Нет. Дамир. Точно нет. Но первое было какого? Ближе. Алексей. Нет. Артемий. Почти. Пофигу. Очень жаль. Потому что сегодня какой день недели? Вот это пофигу. Неважно. А да. День? Неважно. Смотрите прямо в камеру, вас снимает скрытая камера. Сегодня 8 марта. И типа надо какой-то тематический видос замутить по этому поводу. И типа мы с Ваньком это делаем. Здорово. Ну типа какой подарок я подарю своей девушке или маме? Как мы будем радовать наших девчонок? Ну? Видишь, я тебе уже накинул идеи. Очень много идей, да. Мне все нравится. Так, если есть девушки, то как радовать девушек? Если их нету, как их не радовать? Если у тебя... А может быть, мама, а может быть... Подарить букет цветов – это минимум. Я думаю, объяснить, рассказать, как любишь человека. Если знаешь прям хорошо человека, подарить то, что он хочет. Может, когда-то загадывал, может, намекал, может, еще что-нибудь в этом плане. Это было великолепное интервью. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Дорогие женщины и девушки, и девочки, и бабушки, и полуженщины, полумужчины, и полупокеры, всех я вас поздравляю с 8 марта. Желаю вам, сука, чего бы вам пожелать? Мира, мира вам, вашей семье, вашему окружению, вашей стране, стране, которая прилегает к вашим странам, тем странам, которые прилегают к другим странам, и всей той планете, где вы находитесь, и все те планеты, которые также находятся рядом с вами, и не только рядом с вами, чтобы был мир, и мы радовались тому, что мы живем и находимся в этом чудесном моменте сейчас. И наше сердце стучится, а белиссимо вот такое кудесимо. С вами был Евгений Ширяев и Иван Александрович Операторов. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал, либо отписывайтесь и никогда не ставьте лайки. Решайте сами. До свидания.